Я не поняла, что вчера было вечером. Кто приходил? Катя написала о том, что ее арестовали в Стокгольме на 10 дней. И вместо нее будет какой-то ее белый друг. Кто он такой? Я так и не поняла. Это кто? Он странно себя вел. Он вел себя, как такой маленький гном. Тебя окружают очень хорошие люди. Не знаю, ребят, мне сегодня так плохо спалось. Я ночью какие-то шорохи слышу. Я тоже думал, мне сон снится. Выпусти меня. Для полной картины не хватает реальный нотариус с бумагами. Вот это. Ну, да. Вот тогда бы с печатью. Да, вот тогда бы прямо это удостовериться. Я не спала, очень потому что нет Лии. Судьба тебя подарила, моя любимая, младшая сестра. Пока не будет Лии, я буду петь эту песню. Потому что ее забрал создатель игры. Твой звонкий смех и топот пяток. Хочу, чтобы они были рядом. Все, все согласны сделать еще второй концерт в лесу. В лесу, да. Для зверей. Для грибников, лесников. Ребят, вы знакомы с произведением «Мастера и Маргарита»? В Москве есть три места, которые связаны с Булгаком и с «Мастером и Маргаритой». Это Воробьевы горы, Чистые пруды и Патрики, Патриаршие пруды. А если ехать куда-то, то надо же выбрать какое-то одно место. Вы слушай, же можете расстроиться. Ну? Устроиться на работу в кафе «Бегемот» на Патриарших. Вась, Катерина Юрец. На Патриарших прудах есть кафе «Бегемот». Получается так. Опа! Вот и адресок, ребят. Метро Тверская, та-да-да-да-да. Большой Патриарший переулок, 12, та-да-да-да-да. Строение 1. Даже если не оплатят, мы туда пойдем и встретимся там со своими смотрителями, поклонниками. Если бы Вась Васич был хостес, это был первый мужчина бы хостес, который бы встречал и проводил к столу, это было бы очень весело. Максим. Да. Уважаемые мои поклонники и смотрители, я вас очень прошу, если вам не трудно, оплатите за задание для меня. И я с удовольствием схожу в это место и постараюсь устроиться на работу. Я не знаю, что я там буду делать. Делать, кем я там буду. Но я думаю, для меня там найдется местечко. Давайте вот как будто я это хозяин этого заведения. Так, я хочу, чтобы вы меня удивили. Заходите в кафе «Бегемот» и попробуйте все, что там есть. Аннушка уже разлила масло. Мы можем вот так иногда проходить в ресторане. Это мистически. А вы «Бегемот»? Я принимаю ваш заказ. Что бы вы сегодня хотели заказать, заказывайте самое дорогое. О, оплачено. Оплачено! Опа! Спасибо большое, уважаемые смотрители, за то, что вы это сделали. Оплатили вам это прекрасное задание. Я очень хочу туда попасть. Короче, вслепую сейчас идем просто. Да так, то... Разберемся на месте. Ля-ля-ля-ля-ля. Мистические движения, ты не можешь сказать примеры какие-нибудь? Прокачай меня. Вот. А что это за танец? Мистический. Вот так мне делать, да, Макс? А у меня люди там не испугаются, как это делать? Это мистический танец. А, мистический танец. Хорошо, давай, я с тобой повторяю все движения. Вот так прям, вишу руками. Да. Ой, пусть Макс отожмется 30 раз за раз. 5. Всего лишь 4 раза. 4. Еще 3 разочка. 3, 2. Один! Один раз! Макс, молодец! 30 раз!